вижу себя прилично. Погоду, со стен хулиган. Можно увидеть знамена. Скучно. Пойдем с кем-нибудь поговорим. Ну, иди. Мне одной? Скучно. Нет, нет, меня не интересует благословение. Даже не начинайте. Попрошу вас не слушать. Идите по добру, по здорову. Извиняюсь. Снова он на обед опоздал. Ничего не скажу. Но глаза у него мягкие, не чище. Какие вещи? Я вас оставлю на минуту. Госпожа? Да, это я. Насчет форели. Что? Ах, да, конечно. Прошу простить мне эти меры предосторожности, но... Может, пойдем поговорим где-нибудь в укромном месте? Благодарю, что вы согласились нам помочь. Мой лакей предупредил, что вы придете с другом. Мне бы хотелось, чтобы о побеге Альберта знала как можно меньше людей. Но если вы ему доверяете... Как никому другому. Охотники не появлялись? С тех пор, как они напали на моего слугу на рынке, нет. Все улеглось. Но мне удалось подкупить одного человека из храмовой стражи. И он сказал, что разговоров об Альберте все больше. Откуда стража вообще узнала, что ваш сын занимается алхимией? К сожалению, я не могу поручиться, что сам Альберт не начал похваляться очередным экспериментом. Он очень беззаботен. Совсем как его отец. Он был очень милый человек, но совершеннейший болван. Его сожрал Головоглаз. Вы не слышали эту историю? Он, должно быть, много путешествовал. Да где там? Он пробовал их разводить. Наверное, я радоваться должна, что Альберт увлекся алхимией. Она все же безопаснее. Пойдем за Альбертом. Где он сейчас? Развлекает гостей. На приемах он всегда душа компании, поэтому я не хотела, чтобы у кого-нибудь возникли подозрения. Когда он сможет выйти? Придется подождать, пока гости не выпьют столько, чтобы видеть только подносы с новыми кубками. Но не бойтесь, это не займет много времени. Ваш сын собрался? Нам придется действовать быстро. Да, я за всем проследила. Куда вы его заберете? Вам лучше не знать подробностей. Он будет в безопасности, обещаю вам. Но... Прошу вас, положитесь на меня. Я не в первый раз это делаю. Я знаю. И благодарю вас. Как мы его узнаем? Он в маске пантеры. Альберт знает, что вы за ним придете, и он в восторге от того, что ему предстоит. Боюсь, он не до конца понимает, какая опасность ему грозит. Как я уже сказала, он не слишком сообразителен. Относительно этого можете не беспокоиться. В компании некоторых чародеев он придется очень кстати. Геральт! Мы пойдем поищем его. Я буду ждать новостей. Пойдем искать Альберта. Бедный ревиц! Честью богат! Продавец ничем не лучше не будет. Я слышал несколько... Да, золотце. Альберт Вегельбут? Для тебя, солнышко, хоть Адольф Валентина. И тут... Красивая маска. Альберт Вегельбут? Нет. Я черная пантера. Милый граф. Нам надо обсудить экскурсию в Новиград. То есть вы... Да, когда мы можем покинуть имение? Мама говорила, что лучше подождать, пока все напьются. Кроме того, позже будут фейерверки. Это влечет внимание. Когда начнутся фейерверки, я выберусь в сад. Встретимся в лабиринте.
Мы будем ждать тебя там. Хорошо, но сперва попробуйте этого розового фиорана. Непременно. Надеюсь, Альберт не забудет, зачем они устроили прием. Может, подождем в саду? Я присмотрела там такой милый уголок. Выгони его, клянусь здоровьем. Истина такова, что мы уже зависим от чего. Может, сядем здесь? Как приятно снять маску. Хотя бы на минуту. Отсюда отличный вид. И даже вино есть. Я страшно давно не выходила в свет. Нет, правда. Это замечательная перемена после новиградских сточных каналов. В таком случае самое время спросить. Да? Про этого чародея, которого мы встретили. А, ты про Морица. Что ты хочешь узнать? Вы знакомы? Геральт, все чародеи друг с другом знакомы. Некоторым уже больше 100 лет, а это достаточный срок, чтобы перезнакомиться. В таком случае, когда ты с ним познакомилась? Давным-давно, на одном приеме. Он подошел и сходу предложил телепортироваться в какое-нибудь уединенное место. По нему видно, что от него стоит ждать таких предложений. Да? Тогда он казался мне сладким. Он ухаживал за мной еще какое-то время. Мне показалось, ты ему не нравишься. Я думаю, он с удовольствием мной бы командовал. Но подчиняться... Но ведь именно ты устраиваешь побег чародеев из Новиграда. Иногда я и правда не знаю, как я умудрилась собрать их всех вместе. У них нет никого другого. Спасибо, Геральт. И если ты хотел сказать что-нибудь приятное, попробуй еще раз. Я рад, что мы пришли сюда вместе. Правда? Несмотря на всех этих надутых аристократов, поклоны и фальшивые улыбки? Угу. Нам редко удается просто поговорить. А ты хотел мне что-то сказать? Кто-то идет. Это Альберт. Нет, просто какой-то заблудившийся гость. Чш. Наверное, ищет подружку. Как в той эльфской сказке про лягушку и трясогузку. Инху-инху, бег-бро. Тихо-тихо, лягушонок. Тихо. Пойдем отсюда. Надеюсь, что гости не напьются так быстро, как я. Чем быстрее мы отсюда уберемся, тем лучше. О, нет. Я сперва осмотрю этот их знаменитый лабиринт. Говорят, у них там скульптуры. Совсем. Совсем. Совсем что? Совсем голые. Пойдем, Геральт. Рис, подожди. Геральт. Ты идешь? Геральт, ты идешь? Осторожно.
Господа Меригольд, наконец-то! Мне жаль, что мы встречаемся в столь исключительно неблагоприятных обстоятельствах. Хорошо сказано. Но мы непременно это наверстаем. Потом я обязательно покажу вам свои алхимические формулы. Никто за тобой не следил? Кажется, нет. На всякий случай, поменяйтесь масками. Мы пойдем вперед. Геральт сразу за нами. В конюшне нас ждут оседланные кони. Хорошо, там и встретимся. Альберт, ты обещал показать свою... Альберт, вот ты где, любимый. Вот ты где. Так вот, относительно закрытого показа. При других обстоятельствах я бы показал тебе все. Ой, прошу прощения, я... Альберт Вигельбут. Барышня, отойдите в сторону, пожалуйста. А вы, молодой барин, без фокусов. А то еще синяков себе наделаете. Это вряд ли. Ну, иди сюда! Ну, сколько мне еще ждать? Я уже начала беспокоиться. Все в порядке. Нужно только немного прибраться в саду, пока гости не поняли, в чем дело. Послать туда слуг? Да. Я прослежу за этим. А вы поторопитесь. Все готово? Да. Я забрала твои мечи у стражника, а Ингрид передала мне деньги. Их здесь гораздо больше, чем я думала. Я рад, что помог тебе их раздобыть. Они ведь пригодятся? Теперь у меня действительно появился шанс вывести всех чародеев из города. Если ты захочешь попрощаться, то знаешь, где меня искать. Попрощаться? Что случилось у фонтана?
Мы не должны. Я знаю, это из-за меня. Вино ударило мне в голову. Прости. Не надо просить прощения. Госпожа Мерегольд. Нам пора. Берегите себя. А есть такая... Покажи мне свой... Будь здоров. Подозрительно ты выглядишь, прибудь. Умный клиент сразу поймет, что на этой стороне Понтера лучшего товара не сыщешь. Прошу. Что? Будь здоров. Будь здоров. Ты вернул? Не желаешь сыграть в Гвинт?
сколько налогов на стражу? Вознесем же молитвы силе вечного огня, защитника нашего города. Приветствую еще раз. Ну так как? Интересуют тебя памятные вещицы, оставшиеся от мага Аэрамоса? Они еще продаются. Покажи мне. Предлагаю сменить тему. Давай сыграем партию в гвинт. Thank you.
простите, но я в это не верю. Люди! Чародеи замкли дома, охотники! Ты думаешь, что Новиград столица? А что толку, если здесь правят церковники? Однажды мать нашла у бока своего умирающего младенца. О, снова ты. Я уже сменил пароль, но твоя скидка по-прежнему в силе. Прощай. Тогда мужчина дитя свое. И перед в одном пламенем бросил. Еще один скучный день. Сука! И как вы, блядь, не научитесь? Дома три стражники. Нехорошо. Я боялся, что тут ее видел. Может, врал? Что здесь творится? Грязно в городе. Так мы вот прибираемся. Что морду кривишь, будто босиком в говно влез? Проваливай отсюда! Повежливей, пожалуйста. Повежливей? Радуйся, что в морду не получил, собака! Держи его. Сейчас я ему покажу, где его место. Есть что сказать напоследок? Как вы, блядь, не научите? Убил! Семь! Родители! Они пришли за мной и за вами. Пока.
Бывай. Не надо ли тебе чего? Не крутись тут. Пока. Будь здоров. Я буду за тобой приглядывать. Быстрей. Не надо ли тебе чего? И за вами. С ума сошел? Хочешь, чтобы нас убили? В чем дело? В чем дело? Зарезал охотника под нашей дверью и спрашивает, в чем дело, мутант гребаный. Тело можно спрятать. Вся улица видала, что случилось. Как придет стража, сразу нас выдадут. Успокойтесь. Мы втянули вас в историю, это правда. Но мы можем вас как-то отблагодарить. Ей проваливай отсюда! Лапы прочь, а то отрежу. Геральт, не надо. Не надо, но очень хочется. Бери вещи и пойдем. Идите отсюда! Сейчас же! Если бы мне была нужна помощь, я бы сказала. Что, ты злишься? Злюсь? Нет. Но они заслужили это ожерелье. Они очень рисковали, давая мне убежище. Рисковали, это правда. Но за щедрую плату. Да, но они могли взять деньги и выдать меня охотникам. А они этого не сделали. По новиградским меркам они на редкость порядочны. Прошу тебя, хотя бы не оправдывай их. Это могло бы стать началом интересной дискуссии о морали. Но у меня на нее нет времени. Сам видишь, что творится в городе. Мне кажется, это идеальный момент для дискуссии о морали. Начнем с обозначения границ альтруизма. Самое время забыть о своих собратьях. Спасай себя. А ты смог бы бросить Весемира, Эскеля, Ламберта? Смог бы это сделать, чтобы спасти свою шкуру? Я понимаю, что ты обо мне беспокоишься. Но я не могу их просто оставить. Я знаю, что ждет тех, кто попадет в руки охотников. Как я могу тебе помочь? Все разваливается. Я сама уже не знаю, что делать. Надо как можно быстрее привести чародеев в порт и посадить на корабль. Но Бертольд и Аниса до сих пор не появились. Бертольд и Аниса, кто это? Молодая пара. Он алхимик. У него была лавочка в Золотом городе. Она училась в Аритузе. Боюсь, что люди, у которых они скрывались, донесли на них. Видишь, мне еще очень повезло с хозяевами. До порта вы так просто не дойдете на улицах стража. Поэтому по улицам мы не пойдем. В случае трудностей мы должны были все встретиться в зимородке. Там из подвала можно спуститься в каналы. А они, говорят, ведут до самой пристани. Я знаю новиградские каналы. На охотников вы там не наткнетесь. Но это не значит, что будет безопасно. Об этом я и хотела тебя попросить. Найди выход к докам. Проложи дорогу для остальных. И как можно быстрее, потому что охотники пронюхают про наш план в любую минуту. Теперь понимаешь мою дилемму? Да. Помочь двоим, рискуя эвакуацией остальных... Или сразу идти в зимородок, бросив этих на верную смерть. Что мне делать, Геральт? Надо помочь Анисе и Бертольду. Просто вычеркнуть их и забыть — это жестоко. Хорошо. Но надо идти сейчас же. Время не ждет. Веди.
убежище? Недалеко, в обрезках. А сейчас нельзя обращать на себя внимание. Гляди, плотва. Как же было дело с Фольтестом-то? Шевелись, плотва. Это они, как я и говорил. Зараза. Чародей это надёбанный его девка. Но там что-то... Плохо. Взять их. Нет, умоляю вас, мы ничего не сделали. Как же... Мерегольд. Обещали 2 костра, а будут 4. В порядке? Можете идти? Да, да. Я никуда отсюда не двинусь. Я не так глуп. Бертольд. Ты видела, что творится на улице? Нас поймают, прежде чем мы дойдем до порта. Поймают и убьют. Пойдем сейчас же. Пойдем. Спасибо. Надо как можно скорее добраться до остальных. Проверял каналы под зимородком? Нет, я не думала, что нам придется по ним идти. Подумать только, еще год назад стражники кланялись чародеям на улице, а теперь мы должны бежать отсюда, как крысы. Ты могла бы остаться, ты-то справишься. Но вот остальные без меня нет. Не видно ни стражи, ни охотников. Значит, все в порядке.
Или мы опоздали. Холера, они уже там. Берегись, мельницы! Ну, сколько мне еще ждать? Жалкое зрелище. Холера. Мы слишком задержались. Нет, мы спасали двух человек. Да. Ценой его жизни. Он знал, на что шел. Жалкое утешение. Но сейчас не время для траура. Пойдем со мной. Сюда, Геральт. Трикс, что случилось наверху? Все в порядке? Нет, ничего не в порядке. Геральт, подожди минутку. Я должна понять, кто смог сюда добраться. Чему эти слезы? Не огорчайся, достопочтенная госпожа. Это вредит красоте. Ты, должно быть, много огорчался. Я просто родился страшным. Ты тоже бежишь в ковер? Нет, но я помогаю переправить туда остальных. У меня такое чуткое сердце. Да, я знаю тебя. У тебя нет чуткого сердца. Скорее всего, у тебя вообще нет сердца. Ну вот, я и не знал, что ты настолько разбираешься в моей анатомии. А если серьезно... Хорошо иметь друзей в Ковине. Особенно при дворе короля Танкреда. Трис будет говорить. Позже все расскажу. Мы долго медлили с побегом, пока убедились, что в Ковине нас примут. Пока раздобыли деньги на оплату кораблей. Пока нашли капитана, которому можно доверять. Мы ждали слишком долго. Больше времени нет. Мы должны покинуть Новиград сегодня же. Это безумие! Охотники стоят на каждом углу! Значит, мы пойдем в порт каналами. Только сперва Геральт найдет для нас безопасный путь. Нас все равно достанут. Вот увидите, достанут и убьют. Возможно. Но тогда, по крайней мере, мы умрем достойно. С оружием в руках. А не на костре, моля о пощаде. Если что, я буду вас защищать. На мою помощь вы тоже можете рассчитывать. Да, помощь риданского шпиона. Соглядатая Родовида. Но это было давно. Ты воспитал этого безумца. Ты научил его убивать. Ты... Не время сводить старые счеты. Дискуссия окончена.
спускаюсь в канал. Когда я подам знак, что путь безопасен, пойдете по моим следам. Ни в коем случае никуда не сворачивайте. Я пойду с Геральтом, а ты, Дикстра, отправляйся в порт и проверь, все ли в порядке с кораблем. Непременно. Встретимся на месте. Я надеюсь. Рис, ты действительно хочешь идти со мной? Не обижайся, но... Обижусь. Так что лучше ничего не говори и иди вперед. Если только выйду из этого живых, удачи! Брошу чак. Да. Спасибо, что ты нам помогаешь. Ты не должна меня благодарить, правда? Должна. Ты не представляешь, как это важно. Что в этом грёбаном городе есть кто-то, на кого можно положиться. Спокойно. Скоро все кончится. Угу. Уже скоро. Все! Интересно, первый раз тут нахожу его. Лера, мы не пройдем. Все напрасно. Подожди, может, есть другой путь? Интересно, где? Сам видишь. Библиотека? Трис, я нашел выход. Смотри, стихи Гонсало де Версо. Хроники Якоба Варанци. Невероятно. Все редкие издания. Мы вернемся.
вернемся за ними потом. Как сказать? Пойдем. Надо спешить. Иди, иди сюда. Погоди, слышишь? Что это? Крысы. Я же в них большой спец, помнишь? Нам бояться нечего. Смотря сколько их. Бледная, иссушенная. Раны только в области шеи и горла. Следы от когтей, длинных и острых.
Фонарь еще горит. Они погибли недавно. От укусов в шею. Это какой-то низший вампир. Не отходи далеко. Вампир, берегись, он ядовитый. Это мой постоянный источник дохода. Ну, пойдем.
Ты слышишь? Чайки! У нас получилось! Пойдем! Надо подготовить корабль, пока охотники не поняли, что происходит. Наконец-то! Сколько можно таскаться по подземельям? Успела смотреться? Как корабль? Старая калоша. Дерево прогнило, паруса драные, как старые портки. А... До ковера доплывем? Если только не будет штормов. Я дам знак остальным. Помочь? Я могу сыграть на скрипке или сбегать за цветами и шоколадкой. Что ты несешь? Только не говори, что ты не будешь умолять Трис, чтобы она осталась. Что тебе вообще надо? Люблю романтические истории, особенно со счастливым концом. Они жили долго и... Охотники! Охотники идут! На корабль! Живьем, брат демонов! Мне напоминает... Дикстра, я не знаю, как тебя... Не время для благодарностей. Садитесь на корабль. И еще только одно прощание. Спасибо. Я никогда не забуду, что ты для меня сделал. И того, что у нас было. Я тоже буду о тебе вспоминать. И всегда с улыбкой. Госпожа Меригольд! Иду! Держись. И поцелуй от меня Цири, когда ее найдешь. Баранты. Что? Баран, козел, остолоп. Ты даже не пытался ее удержать. У меня были свои причины. Да. Ты баран, пустозвон, остолоп. Но даже пустозвон может оказать миру услугу. Если кто-нибудь поумнее объяснит ему, что делать. Дикстра, что ты затеял на этот раз? Как ты думаешь, сколько чародеев мы спасли? Всего. Не знаю, не считал. Около 30. А сколько их осталось на севере? Сколько алхимиков, травников, целителей? 2003? А что, проводишь перепись?
Не. Меня это печалит. В Новиграде были мы. Но кто спасет чародеев в Ринбе, в Банарде, Арткарайге, Гулете? Ты же знаешь, что Радовид не успокоится, пока не перебьет их всех. Всех до единого, включая Йеннефер и Трис. Трогательная речь. А теперь к делу. Зачем ты мне об этом говоришь? Затем, чтобы ты помог мне убить Радовида. Хочешь убедить меня в том, что тебя очень волнует судьба чародеев? Да, волнует. Но, разумеется, не потому, что у меня чуткое сердце. Для меня эти преследования – симптом более серьезной беды. Реданией правит сумасшедший. Я служил отцу Радовида Визимиру. 20 лет возглавлял тайную службу. Вместе мы превратили Реданию в самое могущественное королевство Севера. А знаешь, в чем его сила? Думаю, в армии. Глупый ответ. Созвать ополчение, выстроить селян с косами – для этого много ума не надо. Гораздо труднее построить сильное государство со здоровой торговлей, производством, надежными союзниками, современной наукой и честными и независимыми судами. Нам с Визимиром это удалось после долгих лет чертовски трудной работы. Я не собираюсь сидеть сложа руки и ждать, пока этот мудак все просрет. Радовид свирепый. Скорее уж безмозглый. Ты поможешь мне, Геральт? Я не убиваю королей, что бы там ни говорили. Знаю. Я прошу тебя только помочь организовать покушение. Удар нанесет кто-то другой. Дикстра, может, ты об этом не знаешь, но ведьмаки всегда сохраняют нейтралитет, так что... Говно это все. Удобная отговорка, за которой вы прячетесь, когда становится горячо. А сейчас стало очень горячо. Костры пылают в каждом городе. Для чародеев и для твоих подружек тоже. Для нелюдей. А скоро и для ведьмаков что-нибудь соорудят, будь уверен. Тебе нравится такой север? Молчишь. Понимаю. Убить короля — это тебе не заказ на Нагера. Подумай над моими словами. А если поймешь, что хочешь изменить ход истории вместо того, чтобы плыть по течению... Приходи в Пассифлору на чердак. Я буду ждать там. И не один. Я подумаю. Прощай, Геральт. Косишь, седой. Пошла. Пст, седой, иди сюда. В чем дело? У нас, сударь ведьмак, беда. Ищем мы раненого товарища. Мы и найти его не можем. Бедняга, должно быть, кровью истекает. Вы ведь разных чудищ выслеживаете. Так может, и к нему приведете? Мы хорошо заплатим. Почему бы нет? Время есть. Ну так ведите, сударь ведьмак. К
как можно скорее, а то ведь несчастному помощь требуется. Может, вы сперва мне дадите след? Ах да. Бежал он к порту. Из каналов. Из каналов? Вонь сточных вод я везде узнаю. А я отрезать все башку королю. Отпечатки башмаков, следы ила из водостока. Нелегко будет отыскать мага в этом муравейнике. Легче, чем тебе кажется. Достаточно пустить правильный слух. Это как? Распускаешь сплетни, что у тебя отец болеет. И помочь ему может только эликсир. Придется потратиться. О, не беспокойся. Его королевское величество на очищение Новиграда выделил достаточно. Кровь свежая. А я всего одну и пил. Одного мечи за спиной, другой топором. Хамьё повсюду. Смилуйтесь, господин. У меня больной ребенок. Да не один. Чё цепляешься, грязнуля? Не видишь, я занят. Сейчас одна хам двурогий. Вот где ты, сукин сын. 5 пудов чистейшего фисштаха нам спалил. Да ты знаешь, сколько это стоило? Лады, ведьмак. Забирай кассу и уматывай. Делайте, что хотите. Можешь нас не уговаривать. Вперед, плотва! Я, кажется, влюбился. Последний раз приказываю. Подозрительно ты выглядишь, приблуда. В особенности гримуары.
Будь здоров. Указанию иерарха. Но чародеев тому свое покрывает. Шевелись, плотва. Если тебе сегодня кто жопу лижет, завтра за нее же укусит. Чего ты здесь ищешь, злодей? Быстрей! Моя старая супруга, волю к жизни из меня высасывает. Открывай! Хочу сыграть в карты. Я хочу...
Здравствуй. Здравствуй. Будь здоров. Умный клиент сразу поймет, что на этой...